Я Борис Галузин, это установка клетки Stantec MedDoc на R6. Клетка Stantec MedDoc изготовлена из холоднокатанной конструкционной бесшовной стали, прочной и легкой. Имеет дополнительную точку крепления с обеих сторон. Оснащена амортизирующими слайдерами под разными углами. В местах контакта с рамой предусмотрены алюминиевые проставки. Установку начинаем с рассверливания оси маятника под шпильку М10. Делать это желательно кобальтовым или победитовым сверлом. Я рассверливал несколько подходов, постепенно увеличивая диаметр сверла. Лучше всего работало сверло с победитовым наконечником. В ось вставляется шпилька и устанавливается алюминиевая проставка. Далее накидывается клетка с обеих сторон и наживляется весь крепеж. Болты крепления затягиваются постепенно по кругу от руки. Благодаря демпфирующим слайдерам гасится большая часть энергии удара, поэтому клетка легко выдерживает вертикальное падение свили. Краш-тест клетки смотрите на канале Stantec.ru. Это была установка клетки Stantec MedDoc на R6. Подписывайтесь на канал, чтобы смотреть следующее видео первым.